В НАСА разрабатывают следующий марсоход, и это будет очень амбициозная миссия. Десятилетия исследований Марса с помощью предыдущих космических аппаратов показали, что на планете в древности не только была вода, но также были и условия для существования жизни. Марс — наш космический сосед. Во многом он похож на Землю, в том числе своей историей. Вопрос о том, была ли там в древности жизнь, остается открытым. У Марса 2020 будут две новые цели — поиск признаков жизни, а также сбор образцов, которые могут быть доставлены с Красной планеты на Землю будущей миссией. Марс 2020 — это очень важная первая часть миссии по доставке образцов на Землю. Аппарат изучает окружающую среду, собирает образцы и хранит их. Впоследствии мы доставим эти образцы на Землю. Так что Марс 2020 — это первая половина большого пути. Миссия Марс 2020 очень похожа на миссию Mars Science Laboratory с марсоходом Curiosity. Мы будем использовать похожую ракету-носитель, похожий перелетный модуль, вход в атмосферу Марса, спуск и мягкая посадка тоже будут схожими, и сам марсоход будет выглядеть почти идентично. Оборудование для миссии Марс 2020 по большей части уже разработано. Мы используем много наработок, оставшихся от марсохода Curiosity. Если вы знаете, куда смотреть, то, разглядывая Марс 2020, увидите оборудование для перелетного модуля и для системы снижения и посадки, которая уже создавалась ранее. Вот что действительно важно для понимания, почему эта миссия выгодна. Мы должны были сделать относительно мало в плане развития. Это экономит деньги, уменьшает риски, экономит время. Вот правильный путь для данного проекта. В миссии используются новые технологии для снижения и посадки. Они позволят марсоходу ориентироваться на меньшую зону посадки и даже уклоняться от помех в этой зоне. Это означает, что мы можем отправиться в места, которые могут быть более интересны для ученых, даже в места с большим количеством опасностей. Сможем совершить посадку ближе к местности, интересной с точки зрения науки, быстрее до нее добраться. Три ключевых места для посадки, которые мы сейчас рассматриваем, имеют одну общую особенность. Все они могли быть пригодными для жизни в очень далеком прошлом. Одно из этих мест — дно древнего озера, в другом был горячий источник, а в третьем месте горячая вода взаимодействовала с горными породами. На борту марсохода будут находиться инструменты, предназначенные для поиска следов древней жизни. У нас будет возможность изучать горные породы, сверлить их и запечатывать образцы, которые сможет забрать будущая миссия. Таким образом, перед нами стоит новая задача. Она заключается в том, чтобы доставить образцы в лучшие лаборатории, которые имеются у нас на Земле. Марс 2020 — это ключевая миссия по поиску внеземной жизни, которая, возможно, наконец-то ответит на давний вопрос: одни ли мы во Вселенной?